Не отсюда. Я знаю, ты человек не отсюда. Ты часть моей матричной идиллической картинки жизни. Из века серебра, где поэты, писатели, философы клубились и пенились, пионились, подобно маленьким вселенным в космосе майско-июньского сада. И непонятно, как ты очутился здесь. Не иначе, как волны божественных цветочных ароматов принесли тебя, а ты и не заметил, как оказался за сотню лет от своего отечества, где как рыба в воде, и пригнал эти воды с собой, и окружил себя ими, и меня давно затянул в них. Они хороши для меня. Я чувствую, что я тоже не отсюда, но не из серебра, а из какого-то кристаллического мира, в котором все более-менее прозрачно и в то же время призрачно. На излом от грани кристаллов свет преломляется, создавая новые картины мира. Я живая, но я тоже часть идиллической картинки жизни для тебя. Я другая форма жизни. Вот куда может зайти сознание, путешествуя по выделенному каналу связи. И я люблю тебя. Смайл. Человек не отсюда.